Пауза, пока мы еще в атмосфере, обычная земная ситуация. Коленька, как здорово, что ты зашел. А это и есть мой маленький. И пока вы, мальчики, знакомитесь, мама пойдет на кухню. Сюда, дядя Коля. Тебе вот так вот приятно? Вот так вот тебе приятно, а? Вот, ты мне очень не нравишься. Сидеть. Теперь по поводу моей матери. У тебя с ней все серьезно или такое, а? А то был тут один. Был, понимаешь? Сигарета есть? О, опять промах, дядя Коля. Выбрасывай сразу. Пьешь? А, ну так это ж... Я вижу. В общем, слушай сюда. Будешь уходить, а ты будешь уходить, вынесешь мусор, понял? Мусор, говорю. Да. Я вижу, мальчики уже познакомились. Я не знаю, Лена. Да-да. А где у тебя мусор находится? А зачем тебе? Мне очень надо выкинуть мусор, Лен. Я что ж такое? Мне 30 лет, а ко мне мужики приходят, чтобы выбросить мусор. Ну такая. Вот и отошла первая ступень. Невесомость. А помните, как еще Гоголь писал о полетах? Редкая птица долетит до середины Днепра. А представь, если это чайка, и в клюв ей дует встречный ветер. Who's that?